После осадки пены всегда требуйте долива. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Красота. А это уже все не то. Решает любые вопросы. Нормально. О, это страшно. Ржавчина пошла, капец. Мастер сейчас ищет, куда масло вытекает. И скручивают пробег. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Приехал на своем джиле Cool Ray к официальному дилеру на ТО номер 1 10 тысяч километров пробега. Посмотрим, что же дилер сделает, сколько стоит ТО и вообще, что случилось с машиной за такой небольшой совсем пробег. Но вы обязательно поддержите меня лайком и своим комментарием. Погнали! В общем, друзья, на первом ТО смотрят ошибки и скручивают пробег. Да, да. 1000 километров, да, поставить? Да, да. Что там, жить будет? Жить будет. Вроде ошибок нет пока, да? Ну да, все нормально. Ну, я в грязи на ней не буксовал. В общем, из нюансов получается межсервисный пробег, который постоянно пиликает, там 600 километров, если не ошибаюсь, начало пиликать, угу. Он сбрасывается только при помощи вот с лицензионного ПО у дилера. Так что не получится, как это бывает часто, сделать можно торпеде, там, нажав пару кнопочек. Ну, турбомотор, тут турбина компенсирует много вот этих провалов. Грустно, печально. И когда врубается кондей, там машина перестает, ехать. Да. Масло-то есть? Есть. Даже не попахивает. Что, тогда гренки пошли жарить? Мастер сейчас ищет, куда масло вытекает. У нас скоро осень, поэтому какой закачаем воздух, с каким вкусом? Я думаю, в прошлый раз у нас малиновый был. Да. Сейчас надо клубничный. Клубничный. Кажется, да, чтобы больше о лете осталось. Осенью требуется клубничный воздух. А как пахнет. Да. На всю станцию клубничный воздух закачали. Да. Смотрю, антикоррозийка это ваша еще не отвалилась. Куда она денется? Слева не затянул, да. Не затянул. Остаток колодок, да? Да. Тут, я так полагаю, на задних больше будет износ, чем на передних. Да. Не то, что шампунем не моют, а скорее наоборот еще поливают всяким. Песком всю зиму. Да, да, да. Ржавчина пошла, капец какой. Китаец заржавел. Китаец заржавел через 10 тысяч. Да, вот и название для видео, кстати. Да. Главное, чтобы там мертвых котят не было. Ой, это страшно. Бывает. Но в основном птицы залетают туда, в бампер прям. Вот он, двигатель китайский. Еще даже наклеечки не отклеились. Слеза. Нормально. Золотая семечка. Или какое там есть? Нет, это рафинированная. Рафинированная, без запаха. Вымороженная. Фомка лучший друг механика. Конечно. Решает любые вопросы. Так что лучше у мастера над душой не стоять. Ну все, сейчас течет полностью масло, и можно двигатель запустить. Да, обязательно.
чтобы прогрелся. Это называется горячая прикатка без масла. Но вы же заказали, да, в сервисе? В отделе запчастей. А на складе, получается, вам масло уже там сразу наливают столько, сколько положено. Да, в мерную емкость. 4,3 литра здесь, да, если не ошибаюсь? Да, 4,3 литра, 0,20. Требуйте новый болтик. Это я уверен, я в прошлый раз закрутил. Ну там же он с определенным усилием же, да, закручивается? Ну да. Так, от руки. Я просто в прошлый раз после обеда был. А сейчас понятно. Я еще не обедал. Не обедал. Горяченькая. Lind & Co. Это у них премиальная марка, которая... Ну, типа, да. Типа. Типа как Lexus у Toyota. Ну, да. У них же еще есть Zikr. А Zikr — это ихние? Да. Круто. Ну, из электричек Zikr, конечно, смоется очень круто. Ну, вообще, да, прикольно. Новый красивый фильтр. О, теперь этот, как он там? Bell G, как он там, да? Какой-то, да. В общем, фильтр один и тот же, просто печати разные. Все равномерно, 8 с одной, 8 с другой стороны. Ну, я так понимаю, самое основное, это когда на улице песок, грязь, снег, вот тогда это больше, наверное... Ну, скорее, больше зимой. Когда зимой, да-да-да. И вот эта коррозия именно под пластинами колодочными, вот здесь вот. Угу. И, соответственно, в этих местах, где колодка входит в скобу, там они начинают закисать. Больше пока проблем нет. Силиконовая смазка, чтобы не скрипела китайская машина. Нет, это медная смазка. А, медная смазка. Чтобы не гнило. Чтобы не гнило, понятно. Да. Да, получается, вот эту сторону, да, убираешь, она, да? Она вот так вот мешает. Ага. Вот так вот делаешь, и не мешает. Все нормально. Да. Кто будет, может сам там делать. Кто решил сам масло поменять. Да, да. Там тут кучу китайцев новых привезли. Вы только посмотрите, до чего дошли китайцы. Смотрите, друзья, какая малышка. И у нее нет двигателя, потому что это электричка. Чем-то похоже на Porsche. Смотрите, какой внутри космос. И двигатель уже работает. А вот так необычно выглядит ключ. Какая строчка, мягенько. Ха, я тут целиком помещусь. Смотрите, какой он достаточно объемный, такой вниз уходит. Вместо привычного бензинового двигателя здесь электромотор. И такую компоновку я вижу впервые. Девять километров запас хода. Ха-ха. Тесла, прощай. Кого нет, да? Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Красота. По цвету янтарная, нефильтрованная, пей до дна. Цвет красивый. Еще немного.
Все, в принципе, проверяю масло. Ну, в принципе, первое ТО, оно от ТО отличается только вот, ну, по сути, если смотреть, то то, что мы подключаем диагностический прибор, смотрим и осматриваем тормозную систему. Я бы еще долил чуть-чуть. После осадки пены всегда требуйте долива. Вот это прикол. Давай дольем. Минус 30. Чтобы ничего не меняем, начиная со второго ТО, там пойдут уже салонные фильтра, воздушные, топливные, свечи. Это все. Машина новая. Да. Так что все на этом, в принципе. ТО готово. Благодарю. Включи музыку. Включаю. Стоимость ТО обошлось 14 800 рублей. И с автомобилем все хорошо. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорых встреч.